собрался, сынок, говорит. Раз вы уходите, то и барахло свое заберу. Он лучше сказал. Макс убился. Спокойно. Сила злого порастет, он становится все более неуправляем. Мы должны покончить с этим безумием. Это будет нетрудно. Ключ к замку лежит вот здесь. О, этот ключ что, там был все время? Нет, с тех пор, как другой уронил его. А ты можешь достать его своей рукой? Да. О, я вижу, к чему вы клоните. Но я пообещал другому мне, что останусь здесь. Я хочу, чтобы я любил меня. Думаете, он меня любит? О, может, просто... Да, да, он любит тебя. Поэтому он и оставил нам лазейку. Это была головоломка, и ты решил ее. Молодец. Я думаю, посовсем. Слишком долго вы, бандиты, были у Шифу и свирепой пятерки под колпаками. Просто кончит. Вы заслуживаете лучшего, а я заслуживаю уважения. Вам не чувство. Так, а нам... Стух. Тоже плохо.